Серьезно? Вы рофлите? Кого? Буду для вас конкурс на 25 таких контейнеров. Для участия нужно всего лишь поставить лайк данному видеоролику, быть подписчиком моего канала и в комментариях написать свой игровой никнейм. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем танчики. И, ребята, сходу, это видео у нас по новым ультракоин всяким каким-то контейнерам. Поэтому сразу, ребята, сходу для вас конкурс на 25 таких контейнеров. Для участия нужно всего лишь поставить лайк данному видеоролику, быть подписчиком моего канала и в комментариях написать свой игровой никнейм. Ну а мы переходим на магазин. И это, ребята, у нас аккаунт Мега Донат. Вы видите это количество танкоинов, и сегодня мы с вами будем, ребята, покупать ультра-контейнеры на целых 100 тысяч танкоинов. Я не знаю, опять же, что мне с этого дела выпадет. Возможно, я очень жестко не окуплюсь, но на этом аккаунте, ребята, у меня нет, соответственно, Хантера Ультра, у меня нет устройства. И, опять же, по поводу того, чем отличаются эти контейнеры, ребята, от обычных, они отличаются только тем, что в этих ультра коин боксов могут выпасть, естественно, новые устройства, ультра скины, как я понял, все, и коин боксы. Да, ребята, с этих контейнеров у нас также падают коин боксики. Так, все, я, ребята, закупился даже чуть больше, чем на 100 тысяч коин боксов, ой, танкоинов, и в итоге у меня получил 900 ультра конты. Что? Кого? Ни хрена себе, серьезно? Блин, давайте, чтобы, ребята, было красиво, чтобы прям было красиво. Я докуплю себе еще вот такое вот количество. Блин, сколько здесь еще мне хватит. Давайте еще вот так себе, ребят, прикупим. Тысяча коин-боксиков остается, ну! Так, ладно, ну, в принципе, 960 штук, ребята, это тоже неплохо, это тоже, как говорится, хорошо, поэтому... Ой, я даже не знаю, сколько я сейчас буду сидеть и открывать эти коин-боксы. Ультра-контейнеры. Так, ну открываются, пока они, ну я имею в виду вот это колхозное свечение, да и сама текстурка как-то этого контейнера, блин, я даже не знаю. Это, ну да, ребята, это как я и говорил, это получается у нас обычные, опять же, контейнеры, только в новом дизайне, и, соответственно, добавили некоторые такие фишечки. Опять же, я не знаю, почему не сделали такую тему, что, ну, добавить, опять же, вот эти новые ультра-скины, новые устройства и коин-боксы в старый контейнер, ну, скорее всего, это у нас просто такой, типа, знаете, маркетинговый ход, типа, вот новый контейнер, а вот там, пока эти контейнеры у нас существуют, старые не продаются, и в них можно выбить вот кое-что интересное. Так, ну пока мне ничего годного, ребят, не выпало. В плане того, что вот из нового чего-то там, да? Как раз кальмара, я тебя понял. Скорее всего, ребята, я опять же, помимо, ну, по сути и по длине открытия этих контейнеров, я, скорее всего, поставлю на быструю перемоточку, дабы не утруждать вас всем вообще просмотром, потому что 1000 контейнеров у нас открывается где-то примерно за 30-40 минут. Ну, я так думаю, вы не хотите сидеть, смотреть 30-40 минут, как я открываю, поэтому там у нас будет такая фаст-быст перемоточка. Но вот я просто сейчас хочу... На секундочку, на минуточку, просто, ребят, до перемотки, до включения этой перемотки, я хочу выбить какой-нибудь вот уникальный дроп, который мне дропнется с этих контейнеров. То есть, ну, коинбоксы хотя бы. Я не думаю, что они там падают в количество там 1000 штук, это у нас будет какое-то красное свечение. Хотя, знаете, типа, знаю, о, какое-то красное свечение. Давай, что это будет у нас? А, серьезно? Я не понял, что это за манчулинка такая меленькая? Иммунитет от поджога, чего? О, блин, ну, получается, устройство, ребята, первое я себе уже выбил. Это иммунитет от поджога на Хантера. Если честно, я до конца сперва немножко был шокирован тем, как эта вся тема у нас выбивается. Типа, что-то какое-то непонятная краска. Я сейчас думал, на самом деле, надеялся увидеть там какой-нибудь, ну, знаете, значок такой прям хорошенький на полхаре вот этого контейнера. Но как-то выпало... О, еще красное. Это что у нас? Опять устройство, иммунитет от заморозки. Да вы охерели, что ли? Мне там, по вашему мнению, я что здесь, морожусь и замерзаю? Что мне всякие такие иммунитеты кладут? Можно что-нибудь уникальное? Так, ну окей, устройство, в принципе, ну это...
Ну, какие мне устройства выпали, это, конечно, сомнительная такая тема. Мне вот интересно бы устройство, которое полностью не дает мне стопить моего Хантера. Вот. И хотелось бы выбить еще коинбоксы. С какого интересного свечения, ребята, они будут падать? Мое предположение, что это будет хрень, у нас вся падать как раз-таки желтого вот этого оранжевого свечения. Ну, а с красного свечения, естественно, ребята, у нас будут, скорее всего, выпадать ультра-скины. И, опять же, когда у нас там будет остановочка, я обязательно, ребята, это сделаю и посмотрю, поскольку падают у нас коинбоксы, потому что, ну, типа там написано, что коинбоксики падают, а по факту, по сути, ни синего, ни зеленого свечения я их пока не вижу. Поэтому, ребята, что мы сейчас с вами делаем? Досматриваем вот эти вот 15 контейнеров, так сказать, еще не по перемоточке, но потом я, ребята, просто фигачу под быструю перемотку, мы все смотрим, если там что-то где-то уникальное у нас будет, я обязательно все, опять же, подытожу в конце как раз-таки вот этого видеоролика. Потому что, ну блин, я открыл уже практически... О, неплохо, я открыл на сколько? Ну, почти защита от заморозки. Да иди ты в задницу, я так думаю, мне сейчас будут падать все устройства. Но да ладно, ребят, давайте ставим на перемоточку и посмотрим, выбью я ли себе тот сет, который я себе хочу. То есть все устройства и новый ультраскин за 1000, практически 1000 ультраконтейнеров. Поехали. Серьезно? Это так легко? Да вы рофлите! То есть, прошло... Я даже еще 200 контейнеров не открыл, а мне уже выпал Хантер Ультра? Кому? Либо это я такой везучий, либо как бы разработчики не стали наглеть и все-таки поднакрутили, соответственно, ультраскинам, чтобы это все было более-менее доступно. Ну хорош, хорош, просто хорош. Неужели, пацаны? Неужели вы рофлите кого? Красное свечение, 25 коинбоксов. Я сижу тут уже почти 30 минут, пытаясь выбить эти сраные... Они падают с красного свечения, Карл, коинбоксы, 25 штук. 25 штук, на секундочку, ребят, на секундочку. 25 штук стоит где-то примерно, ну, пусть будет 350 танкоинов. 350 танкоинов мне выпадает из красного свечения? Да вы охренели, да вы серьезно. Я так думаю, это вот одна единственная, да, разновидность, которая тебе может выпасть. Или я просто такой неудачник, с которого с красного свечения выбил самое просто, что ни на есть, минимальное количество. Но я так думаю, ребята, эти 150 ультра-коинбоксов я оставлю, в принципе, на какие-то другие времена благие. Пусть они у меня немножко посухарятся, потому что, если честно, немножко устал ее уже открывать. Ну и, как вы понимаете, наверное, ничего угодного нам уже больше не выпадет. Потому что мы посмотрели, в принципе, все, что хотели. С красного свечения нам, точнее не с красного, а с желтого свечения нам теперь поезд. Спасибо большое, записываю здесь ролик вообще для пчанов, а ты здесь гудишь, звенишь под окном. Вот, с желтого свечения мне выпадали теперь уже только анимахи, и мое предположение опять же таково, что, ну хорош может быть, что больше как бы на Хантера у нас ничего не упадет. Но вот опять же, единственная, ребят, проблема заключается в том, что, ну... Во флеш-клиенте я как бы не могу на себя устройство, типа, надеть, либо они доступны с какого-то другого уровня. Так, давайте я нас зайду через HTML. Так, ну и, ребята, я зашел через HTML-ку, давайте проверим, действительно ли это у нас работает только дам. Соответственно, все, ребята, абсолютно устройства я у нас давно выбил. И, кстати, к слову, выбил я это примерно на... 300 где-то контейнеров, то есть 300 контейнеров я в итоге купил, и мне понадобилось, чтобы купить абсолютно там все. Ну, то есть выбить прайм, выбить новые устройства, и на каком-то 800-м или 700-м я у нас выбил 25 коинбоксов. Но вот, к слову, выбивать коинбоксы с этих ультраконтейнеров это максимально невыгодно, 25 штук, я считаю, это просто дебилизм, сверхдебилизма. Давайте, соответственно, здесь в HTML-ке можно посмотреть, сколько в итоге у нас там падает ультраконтейнеры. Да, ребята, 25 штук это максималка, которая может выпасть, соответственно, мне с этого...
коинбокса, ультра коинбокса. Я вот считаю, я, ребят, считаю, что дальше вообще нет никакого смысла открывать, потому что, ну, ничего годное мне уже больше не выпадет. Анимахи, ну, они мне, в принципе, нафиг не нужны, мы открываем-то это все дело ради другого, как бы, процесса. Цвета выстрелов, но это тоже не втерпешь, это все успеется еще выбиться на мегадонате, поэтому думаю, ребят, на такой замечательной и прекрасной ноте нам стоит закончить сие ролик. Под конец нацеплю на себя ультра скин, который я выбил себе еще на втором аккаунте. И мы, ребята, будем, соответственно, завершать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также, ребята, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.